GF4 можно было сыграть, но, к сожалению, там ничего хорошего тоже. Да, и дальше попробуем. Так как конь на6 оказался здесь не очень удачно. С положенным через e8, конь b5. И все равно провести b4 нам удастся. Ну, получили преимущество. Надо теперь увеличивать его. Да, слон 6, слон d5. Капитально все. Два коня выключены. Уже выигранная позиция. Ну что, доведем эту партию до победы? Отступаем на c3, ладья 1, b5, выиграть фигуру. Шансов не дать, я думаю. Так. Здесь мало не трогать, кстати. Позиция. Конь c3 или ладья 1. Давайте ладья 1. Отступаем на c3 и b5. Задавили. Дальше придется жертвовать на фигуру. c6. Так, что на это? Просто забираем. Вот.